И вот этот лазутчик, который при достижении состояния, осознанного состояния сновидения наяву, видение активизируется и объясняет конкретно, что есть что. Но также это не значит, что этого лазутчика нету в данный момент, и он появляется только при достижении видения, он присутствует всегда и находится в нашем сердце. Захотелось немножко поговорить о тиранах. Значит, наши вредные привычки – это тиран. Потому как вредные привычки идут направлены на разрушение. На разрушение, мешанию строительству дома. Да? Можно представить, что наш внутренний мир, внешний мир, духовный мир, все это подлежит какому-то строительству. В данный момент посредством мыслей, осознания, рассуждения строится действительно некий дом. И вот наши вредные привычки, являются тираном. Помимо того, что есть внешний тиран, есть внутренний. Вот внутренний – это вредные привычки. То, что нас ведет на разрушение. То есть потеря смысла жизни, потеря стимула экономить энергию, сохранять и идти к своей естественной природе изначальной, к раскрытию ее,